Эй, девочка. А? Чего школьница делает на улице в такой час? Шла бы ты домой. Тогда? Может, к тебе пойти? А? Доброе утро. О! Ты кто такая? Кто я такая? Ну, я просто школьница. У меня нет денег и дома, так что я соблазняю мужчин. Это ты говоришь каждому встречному идиоту. Почему ты не можешь наслаждаться юностью, как все твои сверстники? Но даже если ты ненормальная, я не могу вот так оставить тебя. Йосида-кун? Спасибо за приглашение. Йосида-кун, у тебя уже есть девушка? А что, если Йосида-сэмпай тот, кто предназначен мне судьбой? Ходят слухи, что у тебя появилась подружка. Женщины-коллеги рассказали. Так это что, школьница? С возвращением! Я... Ого, так он и правда старик! А, меня зовут Асами. Можешь обращаться ко мне на «ты». Рада встрече! Вообще-то, этот напиток не мой любимый. Хотя, он тоже неплох. Ты можешь хлопотать по дому, так что все в порядке. Что же ты делаешь? Ты проделала весь этот путь, чтобы попасть в Токио? Я рада, что мы встретились. Я побрился и привел домой старшеклассницу. Смотрите в апреле 21-го на anifilm.tv. Приятного просмотра!